микрофона Динара Саду. Доброе утро. Начнем выпуск с информации об эпидситуации в Казахстане. В 12 областях страны за минувшие сутки зафиксирован нулевой показатель заболеваемости коронавирусом. За прошедший день в республике зарегистрировано 18 новых случаев инфицирования. Больше всего положительных ПЦР-тестов зарегистрировано в Алматы, Нур-Султане и Кустанайской области. 8 и по 3 случая соответственно. Лечение продолжает получать больше 2500 казахстанцев. Из них в состоянии крайней степени тяжести находится 10 пациентов. Еще пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Всего в стране подтверждено больше 1 300 000 случаев. Между тем, в Шанхае началась вторая фаза локдауна, введенного из-за коронавируса, во время которого планируется протестировать почти 16 миллионов граждан. Жителям, находящимся в западных районах мегаполиса, запрещено покидать свои кварталы. Строгий карантин продлится не менее 4 дней и может быть увеличен в случае выявления новых инфицированных. Отмечу, Шанхай сейчас лидер по регистрируемым бессимптомным носителям. Только 1 апреля их было зарегистрировано свыше 6000. К другим темам. Потенциал казахстанского рынка, составные инвестиционного климата и меры господдержки иностранных инвесторов нового Казахстана. Эти и другие направления сотрудничества обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Романа Василенко с бизнес-сообществом Нидерландов в Гаге. Члены нашей делегации подробно ответили на все волнующие голландцев вопросы. Казахстанский дипломат рассказал инвесторам о курсе политических и социально-экономических реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Министр заверил, что Казахстан остается приверженным всем международным обязательствам и заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в аграрные и другие секторы экономики. Нидерландские предприниматели выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с нашей страной. Они готовы вкладывать инвестиции в сельское хозяйство и развитие зеленой экономики Казахстана. В середине апреля группа голландских фермеров намерена посетить нашу страну. Мы позитивно смотрим в будущее наших отношений. Я не эксперт по санкциям, но я вижу, как некоторые ограничительные меры против России влияют и на такие страны, как Казахстан. Что я могу сделать, так это сказать государственным и политическим деятелям Нидерландов, что если они принимают санкции против одних стран, то нужно иметь в виду, что это может нанести и сопутствующий ущерб не участвующим в конфликте государствам. Сейчас мы сталкиваемся, скажем так, со встречным ветром и многое изменить не можем, но мы в силах работать сообща в позитивной атмосфере и выработать общие аспекты решения проблем. Санкции Европейского Союза, объявленные против России, не направлены против Казахстана. И даже в этот сложный период Казахстан должен полностью задействовать как свои национальные ресурсы и знания, так и иностранные технологии и опыт. Это очень хорошо помогло вашей стране в прошлом при разработке месторождений Кашаган и Тенгиз. И сейчас идет тенденция к тому, чтобы казахстанцы вернулись к такому опыту. Вы видите, что Россия сталкивается сегодня с большими проблемами в нефтегазовом секторе, поскольку оттуда уходят крупные международные компании. Поэтому Казахстану очень важно продолжать сотрудничество с такими компаниями. Продолжаем выпуск. ЧП в Карагандинской области. Там на шахте имени Костенко погиб человек, сотрудник подрядной организации 1986 года рождения. Предварительная причина трагедии – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшая по неосторожности смерть человека. Детали произошедшего сейчас выясняются. Создана государственная комиссия. Начато досудебное расследование. В Павлодарской области спасают рыбу. Ранней весной она гибнет на пойме Иртыша от нехватки кислорода. В прошлом году было 4 случая замора. Какую работу проводит природоохранная служба, чтобы не допустить уничтожения рыбы? За спасательной операцией наблюдал Ербул Абишев. Карп, щука, сазан, окунь водятся в этом озере. Рыбаки сюда часто наведываются. Все знают прекрасно, что сейчас рыбе не хватает воздуха. Бурят лунки, откуда в воду поступает жизненно важный кислород. 1200 таких лунок пробурили с начала зимы на водоемах в пойме Иртыша. Это самый простой и эффектный способ спасти рыбу от массового замора. Толщина льда местами здесь превышает метр.
Еще наши предки ловили здесь рыбу. Сколько помню, никогда таких заморов тут не было. Нынче ситуация опасная. Поэтому мы и бурим лунки, вставляем камыши и даем воздуху проникнуть в воду, чтобы рыба дышала. За последние 10 лет ихтиофауна Иртыша утратила значительные рыбные ресурсы. Только в прошлом году в регионе произошли 4 массовых заморов. Десятки тонн рыбы гнили летом на берегу. Павлодарская область является заморопасной. Все зависит от гидрологического режима. То есть попуск хороший, воды весенней, заморов нет, а попуск плохой, возможны заморы. Рыбное хозяйство поднять с колен в регионе пытаются несколько лет. До 2030 года разработали стратегию развития отрасли. Задача — поставить на рельсы промышленное рыбоводство. Это позволит обеспечить население качественной и недорогой рыбной продукцией. Была организована работа по искусственному выращиванию товарной рыбы. В 2021 году в Павлодарской области было выращено 50 тонн. В этом году поставлена цель вырастить 100 тонн. В этом году было организовано одно рыбоводное хозяйство. Также было закреплено один водоем для выращивания товарной рыбы. До конца проекта в области планируют довести объемы товарной рыбы до 10 тысяч тонн. Посильную помощь окажет рыбоводам государственное субсидирование. В этом году на возмещение затрат в бюджете заложили 63 миллиона тенге. Ербулабишев, Марат Игликов, Женя Стимирбулат из Павлодара, Хабар 24. В южнокорейском городе Кванджу стартовала выставка, посвященная Якову Хану. Известный казахстанский композитор и музыкант скончался в сентябре прошлого года в 77-летнем возрасте. В культурном центре корейцев СНГ звучала музыка Хана, были представлены его фотографии и архивные документы. Яков Николаевич – один из основоположников казахстанского джаза. Долгое время работал в Республиканском академическом корейском театре в Алматы. В Корею он приезжал с гастролями. С 2004 по 2007 годы Яков Хан встречался с пожилыми представителями корейской диаспоры Казахстана, Узбекистана и России и записал 400 старинных народных песен. Композитор вместе с поэтом Ким Бен Хаком является автором гимна корейцев стран СНГ. Выставка, посвященная казахстанскому музыканту, продлится до конца года. В нашем музее представлена 160-летняя история корейцев СНГ. И материалы об известном казахстанском композиторе Якове Хане тоже будут выставлены. С помощью этой выставки жители Кореи смогут узнать больше о жизни своих соотечественников в Казахстане. В столице определили победителей казахстанского финала чемпионата мира по запуску бумажных самолетиков. Участники со всех регионов страны боролись за право представлять Казахстан на международных соревнованиях в Австрии. Чьи самолетики оказались не просто самыми быстрыми и стойкими, но и оригинальными, расскажет Игорь Имбамиш. 40 казахстанцев всех возрастов и профессий собрались в сердце столицы. Каждый из них – ведущий авиаконструктор страны. С одной лишь оговоркой – их самолеты полностью сделаны из бумаги. Первокурсник Алмаз Нуркеев – один из победителей чемпионата страны. Его самолетик пролетел 41 метр 80 сантиметров, установив новый рекорд Казахстана. Парень говорит, готовился к конкурсу основательно. Собирал разные виды самолетиков, оттачивал технику броска. У нас в институте проводилось это... Ну, нам тоже не объявляли это. Мы, получается, пошли в спортзал, и типа там уже были эти соревнования. Но я сначала старался сделать какой-нибудь самолетик там крутой, но ничего не получилось. Я сделал как в детстве, как меня учили, братья. И кинул. Он пролетел 17,50 сантиметров. Это было в институте самый большой результат. А потом я уже пошел в квалификацию, и получается... Мне дали шанс играть здесь. Принять участие в чемпионате мог любой желающий старше 18 лет. Подать заявку можно было через официальный сайт или с помощью ТикТока. Для этого достаточно было загрузить видео оригинального выступления с бумажным самолетиком и поставить хэштег соревнования. Но это не единственная особенность.
В этом году впервые проходят соревнования Казахстана. То есть до этого участников выбирали из каждого города просто онлайн, грубо говоря, по результатам. А прям финал страны у нас впервые в этот раз. В каждом университете были свои квалификации, и участники, которые заняли первое и второе место из каждой квалификации, то есть первое и второе место на дальность полета и первое и второе место на длительность полета, они были отправлены в город Нур-Султан представлять себя, свой университет, ну и свой город, соответственно. Конкурсанты соревновались в трех категориях – отдельно дальность и длительность полета и аэробатика. Если с первыми двумя все вполне понятно, то третья дисциплина – творческий экзамен. В аэробатике жюри оценивает креативность представления и конструкции самолетика. Правила создания самолетиков весьма строгие. До начала соревнований каждому участнику выдают схемы с самыми популярными моделями и листы А4. Их запрещено рвать или резать. Не разрешено использовать клей и другие подручные материалы. Вариантов самолетиков десятки, а то и сотни. К слову, заранее конструировать запрещено. Победители представят Казахстан в финале международного чемпионата по запуску бумажных самолетиков. Соревнование пройдет в мае этого года в австрийском Зальцбурге. Помимо Казахстана, в нем примут участие еще 63 страны. В качестве приза победители каждой номинации отправятся в полет на настоящих самолетах с чешской пилотажной группы. Айгерим Бабиш, Артур Горшняков, Диас Ковламбаев, Досхан Кораз, Хабар 24. И на этом пока все. Желаю вам хорошего воскресного дня. До встречи.